нежелание жить. Я не знаю, зачем я живу, ведь я все равно умру. Я не хочу жить и веселыми, и грустными событиями. Я хочу жить только счастливо. Я хочу, чтобы плохие события никогда не происходили. Но, к сожалению, в этой жизни это так. Наверное, эту фразу некоторые могли не понять, и для них я поясню свое мировоззрение. Представьте себе, что Вселенная не одна, их бесконечное количество. И из этого бесконечного количества есть бесконечное количество Вселенных, похожих на нашу. Но запрограммированное они все равно по-разному. И в любом случае есть такая Вселенная, где нет ничего плохого. Так вот, я хочу туда. Я не вижу смысла жить, если я все равно умру. Если даже жить меня чему-то учит, то после смерти мне это не понадобится. Я плакал, когда писал этот пост, потому что я писал все вещи, которые оставили мне большую психологическую травму и до сих пор заставляют беспокоиться. Это настолько больно для меня, что это может привести к необратимым последствиям, такие как суицид. Я не знаю, сможет ли зажить моя рана, смогу ли я вообще начать свою осознанную жизнь сначала. Простите, если я вас не ругал. Все это было во мне, в моей голове, в моих мыслях. Если ситуация будет только усугубляться, то мой день смерти будет назначен. Наконец-то я хотя бы поговорил с ним.